по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед... Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Ходило бы мне. Пока. Половина горшка. Так, куда это я собрался идти? Ах, да. Вот горшок пустой, он предмет простой. Он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше и ценится. Конец своим страданиям и разочарованиям. И сразу наступает хорошая погода. Когда тебе или ему, когда ну все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок без